Иван Сыромятников, вы только что слышали мой микс, сделанный в магазине «Мир музыки» на Садовой, Триумфальной. Все писалось здесь, живьем, через ламповый усилитель, через 10 ламповых усилителей, VHT Special 12 на 20, Orange Dark Terror, Igniter Armageddon, Orange Rocky Reverb MK2, на нем Mastodon в Москве концерт играли, Orange Dual Dark, Randall Lynch Box, усилитель Джорджа Линча, Randall Satan, усилитель Оли Ингланда, Blackheart 5, Randall RD-20 Дьявола и, наконец, Brunetti XL-2 R Evo. Все усилители я подключал через один и тот же кабинет Randall LBX4 на 12 и снимал звук двумя микрофонами Audix i5 и Sennheiser E906. Звуки же извлекал при помощи электрогитары FGN Expert Flame. Замечательная гитарка. На моем YouTube-канале вы еще найдете множество видео на гитарную тему. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы услышали, есть ли разница, какие усилители как на ваше ухо звучат и какой усилитель самый лучший. С вами был Иван, я был в мире музыки. Пока!